Петровские реликвии покажут сегодня в центре Архангельска к 350-летию императора. Выставку «Под открытым небом» помог подготовить Национальный музей Карелии. Петрозаводский студент признан лучшим молодым вальщиком леса в России. Максима Исакова из лесотехнического техникума отметили в конкурсе «Молодые профессионалы». Театр имени Вахтангова приедет с гастролями в Петрозаводск. На сценах музыкального и национального театра в Карелии с 1 по 4 мая москвичи покажут 4 спектакля. Житель Костомукши предстал перед судом за то, что 10 лет не платил алименты. Ранее ему уже назначали наказание в виде исправительных работ. Теперь мужчине грозит лишение свободы на полгода.